В России началась череда лесных пожаров. Максимальная площадь, сообщают интернет-издания, охвачена в Якутии, где горит около 12 тысяч гектаров леса. Однако, по заявлению Россельхоза, угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края, трех районах Карелии и одном районе Омской области. Посещать леса запрещено в 27 субъектах России, включая Московскую область. Россельхоз напоминает, что основной причиной лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы травы и неосторожное обращение с огнем.